Всем привет! Сегодня у нас разведка нового озера. Здесь я еще не был, еще не ловил. Вот такое оно здоровое. В длину где-то на километр. Я его планирую до конца весь проплыть. Планирую что по одному берегу, что по другому. Ну, не обещаю, конечно, что я прям везде все проплаваю, но основные места я проплыву точно. Всем приятного просмотра. Надеюсь, это озеро порадует рыбкой. А вот и первый местный житель. Окунь. Вертушка четверка красного цвета. Вот так вот обитает. Ну, окунек есть, хищник есть вначале. Решил он сразу же, окунь, из-под елки вылетел. Ну, понятно, короче, здесь на уху здесь можно наловить сразу же, не отъезжая далеко. Накапывает небольшой дождь, но он нас не остановит. Будем пробовать. Ну, окушок уже есть. Это уже хорошо. Зверьё здесь, смотрю, тоже лазит. Бобридные тропки с леса в озеро и обратно. Ну, помчим. Какие деревья интересно расположены. На камнях сидят. Причем большинство из них на камнях находится, и он хорошо себя чувствует. Зелененькие растут. Решил я вертушку пока снять, потому что дергает окунь на нее. Щукарик пока еще не выходил. И подцепить резину любимого салатового цвета. Опа. Начался дождь. И прям в этот момент щука сошла на резину. Вылетела из-под кустов. Вот он теперь. Надо ж так с погодой-то, а? Видать, укололась. Как сосна-то наклонилась. Живая, зеленая. Наверное, когда-нибудь да упадет. Я думаю, немного ему времени осталось. Я потихоньку подплываю к концу озера. Пока только окунь. Один сход щуки. И пока только окунь, вот, который сейчас, в принципе, и схватил. Вот он. Из камышей вылетел. Я подцепил обратно вертушку. Ну, вот окунь, кстати, хороший был. Неплохой. Из камышей вылетел. Желя, вот она, рыба моей мечты. Ну, киложка будет, а то и больше. Ох, ты какая красавица. Вот она. Вот это да. А, тихо. Из-под берега вылетела. Ну, киложка смела. Киложка смела. Хорошая, ёпте. А вот что-то еще схватило. Ай, собака сошла. Даже не показалось. Так я не понял, что это было. Из кувшинок вылетело. Ну, не меньше киложки, это смело, можно сказать. Потому что когда она пошла в бок, я ее что-то даже и развернуть не мог в свою сторону толком. Доплываю я, кстати, до конца озера. Проплыл я много, хочу сказать. Немало, отнюдь. Сейчас покажу. Ну, там получается уже конец, да? И вот столько я проплыл вдоль этого берега. Весь
берег откидал, обкидал. Этот, наверное, я буду выборочно. Там много скал, камень. А там делать нечего под этими камнями. Только окуней дергать. О. Блин, в прошлом видео, конечно, объектив был у меня заляпан, я извиняюсь. Но этот я намного чаще вытираю. Вот здесь какие камни-то огромные. Валуны. Там столько камней и все разного калибра, если можно так сказать. Красиво, мощно. Вот такой вот тупичок у этого озера. По краям скалы, обрывы, березки вон, просто из камня растут. Там вот тоже на той стороне. Так, вот там вот метров, наверное, 50-100. Есть еще такое озерцо маленькое, оно отсюда впадает, либо с того озера сюда течение, я не знаю. Вот я хочу попробовать до него сейчас пройти. Интересно оно мне, потому что оно прям находится вдали. К нему никакого подступа нету, как с этого озера. В корягу кинул сразу, из-под коряги вырезали. Даже я... Ох ты, неплохая такая щучка-то. Ух ты. Эх, прям за клюв зацепилась. Она сейчас сойдет. Давай, давай. Иди сюда. Опа. Неплохо. Я думал, маленькая. Ну, щука получается-то подведнее, как прежде, но толще. Такая толстенькая, хорошая щучка. Ложка будет. Да. Хм. Прямо вот из-под вот этой елки вылетела. Интересно. Такое впечатление сейчас складывается, что в этом конце озера рыба скопилась. Но непонятно какая, потому что я плыву, и вокруг меня бурны. Волны, плавники, вот это вот рыбы. Я их пугаю. Там такого не было, ни в начале, ни в середине. Что-то мелкое схватило. Непонятное. Окушок. Окушок неплохой. Какой он интересный. Смотрите, какой у него рот. Рыжий. Нифига себе. Ой, ё-моё. О, прикиньте. Ну, пускай плавает такой рыженький. Это что-то он хавает такой, получается. Вот такая вот протока идет к маленькому озерцу. Даже интересно, смогу ли я там проплыть на лодке. Сомневаюсь, конечно. Они обычно все такие узенькие. Это я по карте. Это озерцо это увидел. Поэтому как оно выглядит, я даже понятия не имею. Сошел я на берег. Здесь. Этой протоке. Ну, она тупиковая. То есть там осталось сужение. И идет так. На тот берег плавающий. На него я выйти не смог. Лодку вот я сюда перекинул. Потому что мало ли там звери какое-то, чтобы со сгону сразу в лодку и поплыть. Вот тут, ну, тут вроде земля нормально. Морожки не видать. А я пойду к тому озеру. Интересно, конечно, это озерцо. Такое вот. Вон уже виднеется, оно тут рядышком. Вот такое красивое, не знаю, будет видно на видео. Там тишина. Блин, может быть и лодку сюда перенести. Подступ тут нормальный. А вот, а это брусничка. Вон, зеленая брусника. Много здесь ее будет. Много, тут такие скалы. Тут вот трава замята. Кто-то здесь ходит. Я сейчас по этой тропинке как раз таки и иду. О, какое озеро-то. Красивое. Ага. Эй! Мишаня! Подхожу.
Ага. Вот такое вот озерцо. Что-то мне кажется, здесь кроме окуня ничего не будет. Вот такая вот протока узенькая. Ну, покидаю. Посмотрю. Ага. Красиво. Здесь какая скала отвесная. О. А я все иду по тропинке неизвестного зверя. А он тут слегка виднеется, видать, тут ходит не часто. Ну пока. Ой, в скалу упился. А там уже болото. Ну что-то оно меня не впечатляет. Это озеро. Морек вроде гуляет, а по хищнику что-то ничего нету. Даже окунь не цепляется-то. А не, вот сейчас что-то окунь дернул. Маленький. Ну, окунь мне-то не интересен. Кроме крупного, конечно. Возвращаюсь. Не стал я переходить на тот берег. Не вижу смысла время тратить. Буду плыть по этой стороне. Что она здесь красненькая? О! О! Морожка! Зелененькая, конечно. Немного ее здесь. Ой, очень зеленая. Ой, совсем зеленая. О, челника. Черничка уже подходит. О, вот это спелая. Ее здесь мало. Ну как, в принципе, мало. Ну, рвать руками устанешь. А вот кустик я нашел спелой морожки. А то я всегда как-то на нее попадал, когда уже она уже отошла. Либо еще не подошла, либо отошла уже. Ой, какая вкуснятина с куста, прям шикарно. Иди сюда, моя прелесть. Наверное, одна из самых полезных ягод лесных. Варенье из нее просто космос стоит. Именно натуральное. Дороже брусники, дороже черники, земляники, голубики. Ну и еще и попробую нарвать. А тут как бы делянки небольшие. Ну я поищу еще тут, конечно, спереньку. Какая такая возможность, что еще будет. Прям попасть именно вот в то время, в том месте, где она идет. Как-то так. Вот это вот камушек. Ой, какой огромный. И вот такой тут, как грот. Отвес такой мощный. Каких-то только цветов окуня нету. Это вообще какой-то есть черный. Обалдеть. Как будто разновидности окуня. Вон он какой. Чернючий. Даже синий. Еще один щукарик догнал. Ох ты. Она. А я тоже за верхнюю губу схватилась. Ладно, тебе по-жесткому. Вот. Ну что, это было на 800. Неплохо. Догнала. Черная такая. Неплохо. Еще один щукарик выскочил. Вот. И там. Ух ты, ты глянь, он сам запрыгнул в лодку. Так. Черная, конечно, такая прям. Такой полосатик. Неплохой. Но мне сегодня окуньки не нужны. Поэтому он отправляется
восвояся к себе. Опа. Ну, озеро, в принципе, неплохое. Но чтобы что-то поймать, нужно хорошо поплавать. Много поплавать. Потому что ее надо искать здесь. Щуку. Окунь, да, как бы с этим с окунем проблем нету. Даже в самом начале можно его половить и все. А вот щукарика надо поискать. Он в корягах сидит. Вначале я его вообще нигде не встретил. Только где-то в середине. Конечно, хотелось бы какого-нибудь трофейчика. Такую щуку, чтоб... Ух! Чтоб спиннинг в три погибели. Барвался. Пока такой нету. Думал этот берег проплыть выборочно, но я его проплываю прям тщательно, можно сказать. Где вот такие вот камни, скалы, я не обкидываю. Там ловить нечего. Вот где вот елочки поваленные, деревья, кувшинки растут. Вот их я облавливаю. Уже до конца озера не так много осталось. И как-то получается, чем ближе я к началу, тем меньше, так сказать, щуки. Ой, вот такой вот я метки. Потом что спиной кидаю. Вот и подплыл я к началу озера по другой стороне. В принципе, озерцо по этой стороне было интереснее. Были сходы, были удары щуки, она вылетала, ее было видно. Снимать я не успевал это все. Но, тем не менее, озеро меня без щуки не оставило. Вот такая у нас гирлянда получается. Ну, довольно-таки неплохо, да, я считаю. В принципе, неплохо, да? Я тоже так думаю. Замариную. Отлично. Такая вот гидрианда неплохая, щучья. Спасибо за просмотр. Надеюсь, все понравилось. Рад буду вашему мнению. Всем пока.